ночью в 22:30 сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного противопожарной службы Махтаральского района. Звонившие сообщили, что в селе Мерзакент на улице Карла Маркса горит кафе «Рахат». На место возгорания по тревоге выехали 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава. В ходе тушения борцы с огнем в кафе обнаружили 2 разорвавшихся газовых баллона. На ликвидацию огня полицейским потребовалось чуть больше часа. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сумму ущерба и причины возгорания сейчас выясняют дознаватели управления по ЧС Махтаральского района. В полночь половину первого на пульт 102 Центра оперативного управления поступило сообщение горожан о том, что на одной из центральных улиц Шымкента лежит мужчина. На место происшествия выехал ближайший экипаж дорожно-патрульной полиции. Блюстители порядка попытались поднять мужчину, но тот встретил помощь полицейских отборной бранью. Мужчина получил значительную дозу переохлаждения. Для оказания помощи полицейские вызвали бригаду врачей, передав им в руки пострадавшего. Похожий случай был зарегистрирован и на улице Жангильдина. Там на проезжей части лежал пьяный мужчина лет 60-65. Как выяснилось, он возвращался домой, но дойти до жилища так и не смог. Мужчину полицейские доставили в изолятор временной реабилитации и адаптации до выяснения его личности.